похабные версии текстов к моим балладам. Просто омерзительные. Теперь жалею, что ничего из них не запомнил. Из-за его выходок было столько штрафов, что пришлось смастерить под них отдельный сундук. Большой. Я научила его 20 способам холодной штамповки валов. А он всего раз показал мне простой метод волочения проволоки и с тех пор стал звать меня подмастерьем. Редкий был говнюк. Мне будет его не хватать. Эй, вы пришли. Мы сейчас как раз начнем. На своем пути я встречал многих, но мало кого мог назвать другом. Ты был одним из них. Я всегда думал, что глупее тебя я никого не встречал. Но оказалось, что и храбрее тебя тоже. Без тебя этот мир станет мрачнее. Мы отнесем его в пески Сверда. Это на болотах, где паром. Мы подождем вас там. Рядом с моим магазинчиком в пустыне Альфхейма есть кое-что, на что вам лучше взглянуть.
чем дело? Надо было переодеться, шить траурное платье. Мы неподобающе одеты. Ничего. Гномы обычно не требуют определенной одежды для похорон. Брок бы не требовал. Возможно. Хотя, теперь я задумался, как бы я выглядел, если на мой обрубок намотать украшения или вплести золотые нити в бороду. Просто прелесть. Спасибо за попытку. Вот они, брат. Да брось, конечно, он придет, это ж его брат. Надеюсь, трагедии на всех влияют по-разному. Ты здесь. Можем люблю тебя, брат. Сендри. Брок был. Яма.
больше убавляешь, больше становится. Не знаю, есть ли что-то по ту сторону света, посмертие, загробная жизнь, что угодно. Но если все же есть, думаю, он устроит там знатный переполох. Я написал эту песню к случаю. Как называется? Крайне неприлично. Думаю, он бы это оценил. Прости, Синдри, просто он... Ну, ты ж возвращаясь к теме пророчеств и попыткам их избежать. Мне на ум приходит похожая история, что ты упомянул, брат. Греческая пьеса. Мрачноватая, но очень популярная. Знаешь ее? Каждый грек знает трагедию царя Фива. Да, такие истории разлетаются мгновенно. Сказать что-нибудь, если хочешь. Неужели мои речи лучше тишины? Что за удачный день выдался? Ну, раз ты спросил, я в последнее время вот о чем думал. Когда-то давно я в основном занимался тем, что наблюдал за смертными, приходящими в наш лес. Как-то летом один чудаковатый местный тан решил уединиться у нас в тесном кругу родичей и последовать. В лесной глуши они хотели достичь просветления, упорно изучая науки. Они даже поклялись отринуть все искушения, пока не станут мудрецами. Искушения? Ну да. Женщины, выпивка. Больше женщины. Но все быстро пошло не по плану. К осени их пыл поутих, а мудрости они так и не набрались. Однажды Тан со своим братом отправился на охоту. И на берегу реки они повстречали даму, не хуже тех, от которых отреклись. Она молила о помощи, боялась, что бурное течение унесет ее при переходе реки. Тан без колебаний посадил ее себе на плечи, перенес на другой берег, поставил наземь, вежливо кивнул и вернулся к своему брату.
тот стоял столбом, лишившись дара речи. День шел своим чередом, Тан охотился, а его брат стиснул зубы так, что едва не раскрошил их. Наконец плотину прорвало. «Брат!» – закричал он. «Как ты мог? После всего, чем мы пожертвовали! Как ты мог взять и нарушить наш обет? Как ты мог тащить на себе эту девицу, будто ты ее конь?» Тан лишь улыбнулся. «Брат, я-то оставил даму на берегу, а ты несешь ее до сих пор». Ты посмеялся. Точно удачный день. Похоже, обломки Асгарда упали не только на Мидгард. Надо проверить все миры. Согласен. Еще обломки Асгарда, то Энхерии продолжат мучить эти миры. Если мы им позволим. Пока они здесь, миры не исцелятся. Сколько еще? Способ узнать только один. Фрейя, ты о чем-то задумалась?
чем дело? Меч Фраера. Я рада, что он его вернул. Один украл его? Не совсем. Его нельзя украсть. Можно только отдать добровольно. Фрейер выковал его в юности, наделив собственной волей и страстью. Века назад он поклялся, что опустит его только тогда, когда умрет или встретит любовь всей жизни. Как видишь, они с мечом были романтиками. Фрейя, ты рассказывала о мече брата. Как он достался Одину? Давай я отвечу. Один обратился с самой милой красавицей, которую только видел Фрейер. И из-за этого Фрейер лишился меча. О, причем позорно быстро. Я рад, что Фрейер все же вернул его. Я тоже. Рукоять влечет к этому камню. Йодвар яростный, Старльф скотная. Ничего пройдет, ты справишься. Йодвар! Давай!
Кратос! Тетвор яростный, старость всклочная. Да! Обреги славу, любовь моя! Яльфа!
Ингмар яростный, Старльд сложная. Oh!
отвар яростный, старость мощная. Yeah!
варвар яростный, старость мощная. На короля! Сурово! Как ты, брат? Молодец, моя честь! Ясно! Yeah!
Старль сплочная! Даже я почувствовал! Иди сюда! Пошевеливайся! Лапнан к его! Я тебя сломаю! Я сломаю!
Ничего, пройдет! Все справимся! Ярость мощная!
пойдет! Ты справишься! Чувствую.